Здравствуйте, дорогие гости канала и подписчики! С вами Толстых Александр, и в этом видео я хочу показать вам, как растет брусника. Брусника – лесная дикая ягода. Брусника любит северные районы России, где более-менее умеренный климат. Поэтому в лесах Архангельской области ее очень много. Вот вы видите, как замечательно она растет. Как ее много здесь. Вот растет брусника, красненькие красивые ягодки. Тут же рядом растет черника. О ней я уже рассказывал в другом видео. Брусника – многолетний низкий полукустарник. Достигает высоту до 20 сантиметров. Когда брусника цветет, у нее цветочки бело-розового цвета. Это примерно где-то в июне. Ягоды брусники небольшие, ярко-красные, с кисло-сладким вкусом. Созревают ягоды к сентябрю, и поэтому урожай собирают в сентябре, в октябре. У брусники очень много достоинств. В лечебных целях используются как листья, так и ягоды. Сейчас я попробую немного об этом рассказать. Отвар из листьев брусники используется при заболеваниях почек, при ревматизме, при сахарном диабете и других заболеваниях. Ягоды брусники обладают противоязвенным действием, снижают содержание холестерина в крови, понижают артериальное давление и так далее. Конечно же, брусника содержит разные полезные вещества, начиная от витаминов до микроэлементов. Только важно помнить, бруснику нужно собирать как можно дальше от автомобильных дорог, заводских комплексов и так далее, так как она способна накапливать радиоактивные вещества, что очень опасно для здоровья. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. С вами был Толстых Александр. Спасибо за просмотр видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!